Один из 12 главных христианских праздников отмечали 19 января во всех действующих церквях. Храм святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии в Кировском районе не стал исключением. Верующие с самого утра собирались у его входа, чтобы попасть на праздничную литургию. О предложенных честных дарей Господу помолимся. Служба была такая, вот, ну даже не передать, она настолько была светлая, радостная, вы знаете, ощущение счастья, вот оно внутри. Небольшой храм на проспекте Стачек в светлый для христиан праздник смог вместить всех желающих, несмотря на то, что их было много. А после литургии около полудня вокруг церкви состоялся крестный ход, во время которого было проведено освящение воды. У меня настроение праздничное, я знаю, что крещение Иисуса Христа, я всегда хожу за водой, и для меня это праздник. Отстояв около храма достаточно долго и пройдя крестный ход, все прихожане отмечали, что не чувствуют усталости, а некоторые из них даже собрались окунуться в вырубленных в этот день водоемах города Иорданих.